помните, как в детстве мы играли в «Царя горы»? И сейчас дети каждую зиму пытаются покорить снежные горы. Наступила весна, но горы остались, правда, грязевые. Покорять не советую, разве что в специальном костюме. И такая картина не только в этом дворе. Скажи мне что-нибудь грязное. Новосибирск. Новосибирск – город непредсказуемый, никогда не знаешь, что он выкинет. Это в прямом смысле. Этот мусор не обойдешь, под ним не проползешь, над ним, увы, не пролетишь. Так кто же виноват, что горы мусора превращают Новосибирск в индийский Вапи? Подскажите, мусорите на улице? Нет, никогда. А вы в субботниках участвуете? Нет, никогда. Никогда. А почему так? Мы не социально ответственные. Мусорите на улице? Нет. Никогда не мусорили? Никогда. Все сразу в карман себе. А это как сознательность? Пришла с возрастом или в детстве научили? Учили в детстве родители, что нельзя мусорить. На улице мусорите? Нет, я не мусорю постоянно. У меня с собой мусор будет, бросаю на мусорный ящик. А в субботниках участвуете? Выходите во дворе прибирать? Конечно, у меня время будет обязательно за чистый город. На улице мусорите? Нет. Ни разу ни одной бумажки не бросили за всю жизнь? Нет. Какая вы молодец, сознательная. А в субботниках участвуете? Обязательно. Я преподаватель вуза, поэтому всегда участвую вместе со студентами в общественной работе. Убираем. И ребят, студентов тоже учите, что конечно, нужно прибирать? Да, безусловно. Это есть аспекты работы общественной, воспитательной со студентами. Поэтому это очень важно. Слушайте, ну вы нам уже, наверное, человек пятый, который говорит, я не мусорю никогда, в субботниках участвую. Откуда тогда мусор берется? Вот хороший вопрос. На самом деле очень интересный вопрос, откуда все это берется. Все как один заверяют, на улице они ничего не бросают и регулярно участвуют в субботниках. Однако мусор откуда-то все же появляется. Ну а те, кто не доносит что-то до урны, уверены, мусор их не касается. Ну подумаешь, бумажка. К слову, дома мы тоже выкидываем ведро по бумажке, однако мусор почему-то все же выносим. Тут есть тоже вопрос, а правильно ли мы его выносим? В Новосибирске есть мусоросортирующий завод. Для этого контейнеры стоят практически в каждом дворе, туда принимают стекло и пластик. Однако на этом заводе ежедневно чьи-то мамы и папы руками перебирают то, что не разобрали с вами мы. Использованные памперсы и туалетные бумажки. О! О! Пожалуйста! Это точно что-то ценное. Девушка, девушка, извините, а вы не могли бы, пожалуйста, меня сфотографировать на фоне Бугринского моста? Я просто туристка, в первый раз здесь, и очень хотелось бы сфотаться с мостом. Говорят, он у вас очень красивый, и я бы хотела отправить эти фотографии друзьям. Да, девушка, Бугринский мост выше чуть-чуть. Ну, я всего лишь на час здесь, потому что я ненадолго приехала, мне совсем скоро уже уезжать. Ну, пожалуйста, хотя бы вот так. Ну, давайте, ладно, попробуем, вставайте. Так, угу. Девушка, давайте, наверное, чуть правее. Хотя нет, давайте, наверное, левее. Девушка, давайте вы другое место для фотографии а поищите. А почему не это? Ну, лучше другое. Ладно. Ну, я думала здесь. Извините. Нет, здесь мы сами не справимся. Этому городу нужен новый герой. Как, например, в Челябинске. Там в ответ на захламление появился чистомен. Мы можем лишь одно. Нужна твоя помощь. Мы тоже можем стать супергероями и очистить Новосибирск от мусора. По крайней мере, каждый в своем дворе.
волшебство, не правда ли? Магия, доступная каждому. Но вот если с мусором мы можем справиться сами, то с грязью сильно вряд ли. Пыли в Новосибирске так много, что фотографии с магистрали выглядят похожими на кадры из фильмов «Адели» и «Линфэнь».